От наномедицины до открытия космического масштаба. Один из самых высокотехнологичных вузов нашей страны отмечает юбилей. Ровно век назад была основана Московская горная академия, преемником которой стал МИСИС. В парке Горького по этому случаю организуют масштабный праздник, но это сегодня. А в остальное время в стенах университета не прекращается работа над новыми проектами, которые продвигают науку вперед. О некоторых из них Евгений Давыдов. После того, как им была привита опухоль рака кишечника, были вылечены с помощью магнитной гипертермии. Два месяца после эксперимента мыши чувствуют себя хорошо. Нанотехнологии на стыке микробиологии и физики. В лаборатории биомедицины Национального исследовательского технологического университета МИСИС работают над новым поколением лекарств для лечения онкологии. Лечить и диагностировать злокачественное новообразование методом магнитно-резонансной томографии, а также методом адресной доставки лекарств. Соли, хлоридов, железо и кобальта. Химическая реакция и нанокапсулы доставляют препараты точно в цель. Здесь доказывают, новая эра в науке уже настала. Уникальные разработки и открытия в самых разных областях. От биомедицины до искусственного интеллекта. Нейрогарнитура – это тоже разработка МИСИС. Управляется сигналами мозга. С помощью нее, например, человек с нарушением речи сможет общаться с окружающими. Будет считывать уже имиджи. То есть это следующий уровень коммуникации, когда мы можем думать уже образами. 100 лет назад это казалось научной фантастикой, сегодня норма. Один из ведущих технических вузов страны ведет свою историю с образованием Московской горной академии. Здесь учились и работали те, с кем связаны крупнейшие проекты эпохи индустриализации страны. Самое большое месторождение железа на Земле, Курская магнитная аномалия, нефтяные месторождения Башкирии и Татарстана, разработка подмосковного угольного бассейна, строительство крупнейших металлургических заводов. Малахитовые шкатулки, вазы из чароита. Геологический музей горного института как история планеты. Полезные ископаемые и драгоценные металлы со всего мира. Человечеству еще есть, что брать на нашей планете. Но главная задача брать это рационально. Здесь уверены в будущее за освоением других планет. А материалы будущего создают в центре прототипирования. В этом помещении с металла можно сделать абсолютно все. Несколько суперсовременных станков. Каждый заточен под определенные задачи. Здесь, на выходе, получаются детали для сложных прототипов, например, космических аппаратов. Новые технологии, новые специальности. Все это обеспечивает технологический прорыв. Мы готовим студентов для экономики завтрашнего дня. А это означает, что они должны обладать компетенциями в междисциплинарном поле. Они должны быть креативными, они должны принимать решения в условиях неопределенности, в стрессовых ситуациях. И наши студенты это умеют. Главный принцип МИСИС – мыслить на годы вперед. Стипендии и гранты, совместные международные проекты – все для развития талантов, тех, для кого профессия станет делом жизни. Евгений Давыдов, Олег Дубинин, Вести.